сейчас все садимся на лавочку и слушаем. Если я кого-то не упускаю, это не значит, что я к кому-то плохо отношусь. Значит, такая ситуация в футболе. А, у меня что-то все делаем. Разминаемся вместе, отдыхаем вместе, играем вместе. У нас один коллектив. Если один из пятерых выпадет на поле, мы проиграем сразу. Это небольшой футбол, где можно подышать. Мини-футбол никто не дышит. Поэтому все организованно, начинаем, все организованно заканчиваем. Все в пятером начали, все в пятером закончили. Значит, вратаря не втравливаем. Отдаем ему пас только в тот момент, когда на самом деле он может увидеть, то есть что-то не пожарит. Теперь все вместе обнимемся вот так вокруг. Давай. Все встали, обнялись. Давай. И все вместе. Один за всех! И все за...
Кстати, Сергей, скажите нам два слова, пожалуйста. Не расходимся, все стоим, не расходимся. Константин Сергеевич, два слова скажет. Потом обнимаемся, целуемся, все по-сирийски делаем. Послушаем, Константин Сергеевич. Ну уже, ничего страшного. Дорогие друзья, мы собираемся здесь, я надеюсь, и дальше будем собираться во имя того, что заложили многие люди старше нас. Ну, вам кажется, сейчас старшими, но старше нас, вы помните, были люди. И они собирались. И именно, например, вот дядя Миша, последний, кто ушел, мы отвечаем, может, не словом, как мы должны были, выпуская какие-то бюллетени, газеты, а делом. Дело – это то, что мы собираемся. Спортивная составляющая очень важна. Мне иногда говорят, футбол не важен, главное собраться. Да нет, конечно. Нужно побеждать, нужно переживать, если ты проигрываешь. Но все равно в голове держать то, что мы видели и друг друга лишний раз. Это уже хорошо. Спасибо всем. Давай.